Куда мы едем? Мы едем с дядей Мишей в город. С тетей Катей. А мы сейчас где держимся? Не знаю, какой город. Анька, какие впечатления от поездки? Отстань, слушай, вот каждый раз, ой, какой видео хороший. Ну ты вообще не работаешь с камерой, она не работает с камерой. Пока она выйдет. Здравствуйте. Ваши впечатления, ваши ожидания? Мы готовы к поездке, готовы жрать. Почему ты все время ешь прямо в лицо? Можно издалека? Ваши ожидания. Набор инструментов в дороге. Ваши ожидания? Неоправданно. Ваше впечатление? Можно домой уже? Да, разворачиваемся. Ну что, Миш, как эти впечатления? Отлично, прекрасно. Да, Катя, а у тебя как впечатления? Клево. А ты что в лодке? А что? Так надо. Дорогой дневник, сегодня мы встретились с директором туалета. Было страшно. Ань, у них тебе вопрос. Как тебе впечатления? Отлично. Саша, дай. А у тебя как впечатления, Саша? Ваше желание. Зачем так близко? Потому что не слышно, что говорят. А это как раньше готовили? Какие у тебя ожидания от мороженого? Отлично. Я так и знала, что будет так. Вкусно, без красителей, натурально. Держи. А тут еще орешки. Попробуем. Мишань, ты еще отказался от мороженого? Мне понравилось. Почему? Орешки. Ой, тут орешек. Я же говорю, тут вкусно. Как ожидания? Да что со своими ожиданиями?
Ну что, какие ожидания? Других. Что тут ждать от чего? Where you going?